Вот так вот мы реставрируем переднюю полураму, делаем, изготавливаем новые проставки. Тут мы все растачиваем под втулки, втулки сами изготавливаем. И то же самое под пальцы гидроцилиндра, пальцем на 12, тоже все это растачиваем и втулим. Ну и дополнительно уже идет проварка. Дальше у нас, значит, что на сборке готов двигатель на 703 трактор. Сегодня будем комплектовать его с РПН. Также будем устанавливать сюда стартер-генератор. Также подготовили радиатор. Радиатор новый. Ну и на днях должна быть уже готова коробка. Будем устанавливать коробку. Частично уже трубки протягиваем. Пока по данному трактору все. Дальше следующий у нас трактор. Первый. Кировец К703. Потихоньку и электрикой занимаемся. Проводку протягиваем, фару устанавливаем. Бак у нас с малярки вышел. Бак готов. Кстати, на 703 один бак. И по сабинскому трактору у нас с малярки вышли контейнеры и бампер. Вот так вот все это у нас красиво выглядит. Кому нравятся наши бампера, отмечаем в комментариях. Пока трубки еще не тянули. Сегодня, наверное, займемся, если время будет. Трубки протянем, РВДшки. На участке по сборке кабин у нас кабина на первый кировец К703 после малярки. Так вот он выглядит, сочный красивый цвет, облицовка, напомню, на тракторе новая. Такие вот новые задние фонари камазовские, дворники. Вот так вот. Каждый привод на один дворник получается здесь. Прозваниваем электрику. Частично электрику меняем. Вот она, новая проводка. Ну, в общем, здесь еще пока работы много. Также внутри она будет полностью вся обшита новой перфорированной кожей. Вот она, уже готовые заготовки. Вот так вот все это дело выглядит у нас. Вот еще заготовки. Вот такая вот перфорированная кожа. А вот еще заготовки уже готовые. Ну и вот такая вот дверь получается у нас. Тоже тут внутри все будет обшиваться. Новые двери, кстати. Тут мы потихоньку все расчехляем, распаковываем. Лотки тоже на новый станок, облицовка, вот облицовка, каркас облицовки, вот облицовка. В общем, потихоньку уже приступили к сборке лазерного станка фирмы Ори. Заказывали с Китая. Стол 6 метров,
палеты у него сменные. То есть один загрузили, порезали, пока режется, грузится на вторую палету второй лист. Этот лист у нас порезался, палета выкатывается, с листом палета закатывается, опять начинается резаться, пока режется. Наладчик-оператор уже занимается разгрузкой. И у нас же проблема была с гибочным станком. Мы разбирали клапан один, уже 2-3 раза промывали его. Но проблема была того, что восьмерку не гнул, шестерку не гнул, гнул только тонкий металл. 1-2 миллиметра, и в итоге вообще перестал гнуть. Вот тут вот, где вот синий кранчик, у него клапан есть, там промывали. 2-3 раза промывали, все равно не помогало. Проблема оказалась в клапане гидроцилиндра. Вот он снизу. Надо было открутить, промыть это все дело. Промыли все это, собрали. Все, станок заработал, иншаллах. Все будет у нас хорошо. Еще этот станок можно затюнить. Будет, иншаллах, у нас хороший, современный гибочный станок. Пока это все у нас на начальном этапе еще. Также принимаем, друзья, заказы на изготовление деталей, кожухов каких-нибудь, кому нужен кожух, кому нужна урна. То есть по вашим размерам, под ваши чертежи можем нарезать на двух станках это все дело, согнуть. Если будет большой объем, готовы еще один станок взять и в два станка уже гнуть. И также вальцовка металла. Ну, со временем уже возьмем и токарный ЧПУ, будем уже и предлагать услуги токарной обработки металла. То, что у нас советские станки есть, они как бы у нас уже работают, не успевают, и работают они в основном для ремонта, производства запасных частей, уже для своих нужд. Ну и в продаже у нас кировец К701 после полного капитального ремонта. Двигатель собирали мы сами, 240-й блоки здесь не раздельные, друзья. На двигатель даем гарантию, коленвал здесь новый, цилиндропоршневая группа вся новая, капремонт головок, стартер здесь после капремонта, новый МЗН стоит. Облицовка вся новая, электрика здесь вся новая. По резине резина белка пятислойная усиленная, диски новые, мосты усиленные. По мостам у нас коническая пара новая. Дальше у нас здесь новая навеска. Коробка после полного капитального ремонта. Корпус фильтра у него снаружи, коробка нового образца. И установлен привод на кондиционер, привод от коробки у нас, испаритель наверху, кондиционер Т-рефрига. Двери у нас идут нового образца. Такие двери с ограничителем, форточка. Так вот, сиденье с высокой спинкой. И вот сам климат управления кондиционером. И вот такая вот желтенькая панель приборов. Все приборы тоже новые. Новая рулевая колонка. Камазовская гитара. Камазовские дворники. Камазовские зеркала, друзья. Вот он, испаритель сам. Светодиодные фонари. Ну, друзья, кому нужен, звоните, пишите, обращайтесь.
номер телефона в описании. Ну и также в описании я укажу ссылку на телеграм-канал по купле-продаже сельхозтехники. У кого что имеется в продаже, или кто что-то хочет купить, у кого-то что-то есть, какой-то спрос, можете разместить свое объявление в этом канале. И не только техника, но и полностью все, что связано с сельхозом. На этом я видео завершаю. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Ждите новые видео.